все рішення. Еще из-за нашего пробега, как дополнительно, да, как пробка, да. И это наоборот вызовет какое-то отторжение, что еще эти туда приперлись. Да, мало того, что проехать никто не может, так еще и мешают. Да, да, тут серьезно так они разрывают. В любом случае они это за неделю не сделают. Табличку стравливают на песок. Тут же трубу вкопали, до речи. Вчера да? Было глубже. Ну, зараз заливають водою, щоб воно все просіло гарно. Да-да, она так и хочет это сделать. Можно 60? Нет, частота эксперимента. 40. Так, а тут заехать надо будет еще в этот карманчик. Ну, по карману пройти. Куда? Ну, не знаю. Может, все выстроили? Просто потом, может, все это видео... Как вы видите, это выстроили, потому что они, честно, не очень представляют. Вот смотрите, вот видите, сколько машин. Их бывает раза в три больше. Ну, они в ряд туда паркованы. Да они же заезжают не все вот с конца, они заезжают, у них каждая остановка вдоль вот этой вот. Мы зараз будем приезжать. Кто-то посетит, кто-то прямо там, в самом конце вот эти. А мы их уже не можем. Все четко заезжать и выезжать. Да-да-да. Нет, так если мы не делаем этот сложный поворот с Саксаганского, то смысл нам езжать тогда в этот карман? Мы можем после светофора, после этого вообще никому не мешая, вот следующего светофора, плавно принять вправо и чуть-чуть собрать колонну. Да, ну, это правильно. Ну, он там что-то надо речь, как три полосы, я думаю, меньше для маршрута. Он маршрутка выезжает, и там еще одна полоса реально не надо выезжать. Ну, біля линии. Конечно, проехал.
собраться в Бухгор. Не, ну тут можно просто повільно тянуться, щоб вони всі встигли висвітлити. Thank you.
Серёжкой будем заезжать сейчас. Второму кругу. Все организовали. Антон, голодно? Ну, я пустых поминать. Хорошо.
заранее, да, готовится и планируется. Да, я ему сказала, пришла в кабинет, я говорю, что поехали. Поэтому он заранее ничего не знал. Сюди можна, якщо що на тротуар заїхати? З цим боку. Де паркуватися? На тротуар з боку. Нічого, я сніпав, аж пошамрила. Все ж будемо заїжджати. Нашамрила. А много автомобілів остається тут? Неізвісно, да? Ще неізвісно, да, у нас же є. Провести первый, а потом какие-то вопросы обязательно будут, и 9 утра уже окончается. И нам же еще нужно будет карты, как бы, давать.